Реальное равенство всех людей на дорогах, и не только на дорогах, можно обеспечить только тем, когда мы искореним коррупцию. Когда мы перестанем договариваться друг с другом, тогда будет абсолютное равенство. Но мы должны четко понимать, что у нас это в корнях сидит. На то мы и русские люди, что мы договариваемся. Вот. Только борьба с коррупцией может спасти эту ситуацию и действительно сделать всех равными.